Вашему вниманию представлен бревнопильный дисковый станок для тонкомера модели CBS-200. Станок специально разработан и предназначен для распила тонкомерного сырья балансом на необрезные доски. Идеально подходит для переработки неделовой древесины – осина, липа, береза с максимальным полезным выходом за счет тонкого пропила. Применяется в лесопильных цехах, на делянках, где требуется переработка тонкомерного леса. Также успешно используется при распиловке заготовок для производства палет с максимально возможным полезным выходом готовой продукции. Небольшие габариты станка 2400 на 1800 и на 1300 мм. Благодаря этому станок легко переводится на делянки, так как перевозить тонкомер на место основной переработки иногда нерентабельно. Подача заготовки осуществляется цепным конвейером, что обеспечивает прямолинейность распиловки и высокую точность обработки. Каждый тракт снабжен шипами для надежного сцепления с бревном. Пневматические прижимы обеспечивают устойчивое позиционирование бревна, что напрямую влияет на качество распила. Бесступенчатая регулировка скорости подачи от 0 до 18 метров в минуту позволяет выбирать оптимальный режим распиловки в зависимости от диаметра и кривизны бревен. Возможно применение тонких пил от 2,6 мм. Благодаря этому на станке можно получать больший полезный выход продукции, а также работать с твердыми породами – березой, буком, дубом. Экономия – доска 20 мм с бревна. Наличие боковых прижимов позволяет беспрепятственному выходу материала из станка после распиловки. На каждый вал отдельный двигатель мощностью до 22 кВт. Благодаря этому на станке повышается производительность и появляется возможность обработки мороженой древесины и древесины твердых пород. Качество и точность после распиловки можно легко продемонстрировать с помощью штангенциркуля. На полученном пиломатериале отсутствуют какие-либо ступени, несмотря на духовальную систему. Толщина пиломатериала по всей длине одинакова. Также представлено дополнительное оборудование к станку. Пылеулавливающий агрегат производительностью 11000 метров кубических в час. Компрессор. Кромкообрезной станок. Дополнительный комплект инструмента. Для удобства настройки оборудования и контроля распиловки на станке может быть установлен лазерный указатель. Данный станок отвечает всем современным требованиям деревообработки.